Прошедшие выходные состоялись матчи в рамках 8-го тура первенства юношеской футбольной лиги. Футболисты СК «Ротор» на выезде встречались со сверстниками из Академии ФК «Сочи», которых, к слову, обыграли в стартовом поединке на Волгоград-арене с крупным счетом 5-2. Хозяева поля, разумеется, жаждали реванша. Гости однозначно ехали за победой. И первым повезло больше. Сочинцы сумели забить в самом дебюте, причем помог им защитник «Ротора» Михаил Михалин, срезавший мяч в свои ворота. Гости отыгрались в первом тайме усилием Артема Подольского, который с лета вколотил мяч в сетку. А после перерыва сине-голубые вышли вперед благодаря новобранцу команды Арсению Филеву. Однако выездной победы болельщики не увидели. На 76-й минуте Алексей Бухлов восстановил равновесие, а еще через 4 минуты Иван Папандополо установил окончательный итог. 3-2. Победа ФК «Сочи». В Волгограде на стадионе «Нефтяник» в дерби сошлись команды частной академии «Ротора» и школы Слуцкого. И здесь хозяева поля жаждали реванша после того, как уступили в матче первого круга 1-4 и сумели его добиться, хотя все могло сложиться иначе. В первом тайме Григорий Архипкин вывел ФШС вперед, но этот гол оказался единственным у гостей. Во второй половине игры дубль Романа Ермакова на 56-й и 75-й минутах принес вторую победу академикам в турнире. Ну, если убрать за скокий результат, мы и в первом, и во втором тайме имели громадные территориальные преимущества. Именно то, что касается игры, для меня лично вообще никаких вопросов. То есть мы нагло сильнее соперника выглядели. А что касается результата, ну, когда ты не забиваешь большое количество стопроцентных моментов, естественно, ты получишь свои ворота. И один гол, и два, можно было и три получить. То, что касается игры, у меня вообще к ребятам нет вопросов. Они полностью выполнили установку. Но в тех моментах, когда соперник забил гол, просто... намного ответственнее нужно каждому подходить и доигрывать эпизоды до конца. В турнирной таблице группы «Б» зоны «Юг» ФШС сохранил четвертую позицию. Академия «Ротора» идет шестой и СК «Ротор» на седьмом месте. В следующем девятом туре 16 июля СК «Ротор» на стадионе «Зенит» сыграет с лидером группы «Чайкой». Команда частной Академии «Ротор» на выезде померится силами с Краснодаром. И 17 июля школа Слуцкого на своем поле сразится с ФК «Сочи». Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».